Длинные праздники славянскому народу очень важны. Почему? Потому что не будет, если же у нас не будет длинных праздников, то тогда у нас будут массовые прогулы. Поэтому, дорогие друзья, давайте оставим длинные праздники. Наверное, выходных много. И это, наверное, кого-то задевает, и это, конечно, нарушает нашу экономику. Но, с другой стороны, на Западе очень много выходных. Я хорошо достаточно знаю, прожил там несколько лет, ситуацию в Соединенных Штатах. И я могу сказать, что там люди перерабатывают. Там у людей очень маленькие отпуска. Там я вижу, что там люди не работают, чтобы жить, а живут, чтобы работать. Если мы обратимся, кстати, к мировому опыту, то там праздников на самом деле больше, чем у нас. Поэтому почему-то в другом мире это вопрос, что с этими праздниками делать, как их проводить. Есть ли у вас, у людей возможность, кроме водки, как-то их еще материализовать? Когда праздники и делать нечего, и люди бьют баклуши или начинают прикладываться к алкоголю, то, конечно, это вот, я думаю, что это не совсем правильно, но право отдыхать у людей вот отнимать не надо. Я за, чтобы народ меньше пил. Понимаете? Потому что кому нужен этот народ, если он пьян и не в себе, понимаете? Это как раз то, что нужно европейцам, чтобы этот народ уснул, спал. Надо всегда быть начеку. Новогодние праздники надо, конечно, сокращать. Я еще раз об этом говорю. Они выводят страну, выбивают страну, они на экономике уже сказываются. Пускай они останутся, конечно, потому что мы и за 9 дней успеем нажраться. Не переживайте, товарищи. Водки хватит на все. Российскую Федерацию можно просто голыми руками, наверное, если враг нападет, взять ее в этот момент.